Осмотрим его, господа. Воля присутствует, чувство есть и чувство, интеллект. Тут мы чудеса не ждали, поскольку все, что является наш театр в последнее время, не человеки, а личинки человека. Впрочем, прости, зря я так резко. В конце концов, вы играете главную роль. И что же играть? Главный совет. Единственный даже. Постарайтесь не умирать. Никогда. Вы меня поняли? Вообще никогда. Совсем. А где остальные двое? Девочка и бакалавр. Я умею творить чудеса. Я руки вот так на человека накладываю, и у него, рак какой-нибудь, опухоль в крови. Я не разбираюсь. Просто меня Господь любит. 3 года назад мы нашли средство от тифа. 4 года назад от южной холеры. 1 год назад от быстрого штамма оспы. Наука умеет все. А у меня-то что за судьба? Да жаль мне тебя. Но все закончится хорошо. Тебе даже покажется, что ты победил. Совесть мучить не будет. Так что расслабься, человек с судьбой. Следующий. А это как? Следующий.